Как обучать родным языкам, чтобы и детям нравилось, и результат был достойный? Ответ на этот вопрос ищут в Йошкар-Оле, где на базе классического университета проходит трехдневная творческая мастерская «Созвучие культур и языков». В столицу Мариэл приехали 30 педагогов, преподающих русский язык и родные языки финно-угорской группы, а также эксперты по культуре. Цель этого проекта – это разработка методического аппарата и содержание уроков по родному языку, направленное на формирование у ребят межнационального согласия, о единстве народов, финно-угорских народов. Мало того, следующий этап – это показать взаимное влияние культур финно-угров и русской культуры. Такой исторически происходил процесс формирования такого взаимовлияния, и мы это ребятам должны преподносить с учетом их возрастных особенностей. Это не просто какие-то исторические факты, а это изложение этих фактов с учетом того, как ребенок семантически может понять эту информацию. Это называется учет возрастных особенностей в методике преподавания родного языка. Стоит отметить, что в работе творческой мастерской принимают участие специалисты федерального уровня, в том числе эксперты и ученые из нашей республики. Они делятся своим опытом в области сохранения и развития марийского языка, продвижения его в цифровом пространстве.